Питомник К-9 передает в зону специальной военной операции два бронированных автомобиля. Об этом мы уже публиковали несколько видео. Сейчас происходит комплектация автомобилей ценными вещами. Это генераторы, теплые вещи, окопные свечи, инструменты. Жители Иркутска и Иркутской области также передают для наших мобилизованных медикаменты, личные вещи, продуктовые и ремонтные наборы. В этой большегрузной фуре бронеавтомобили с ценным грузом отправляются на Донбасс. Перед погрузкой машин в фуру происходит доукомплектовка необходимыми вещами. Там небольшой.